интересно, почему же разведка не доложила? Я полагал, там что-то куда менее опасное. Ну ничего, расслабься и вспомни, чему я тебя учил. А чему вы меня учили? Ничему. По-моему, капитан все знал и просто хотел нас багрить, чтобы нас заживала вот эта нечисть. Мы же ему не нравимся. Ну, дела. Приветище, это Рэтчет и Кланк. Да, просто попробуем по нему пострелять. А, мы же прокачали хищника. Так, вначале вызываем Зуркота, потом берем хищника. Получай. Тут есть здоровье, это хорошо. Блин, ну я думаю, что нам хищника не хватит. Я весь арсенал сейчас свой потрачу. Господи. А все, Зуркот того уже. В отпуск уехал. Патронов нет. Отлично, Зуркон, выходи. Так, теперь переходим на что? На гранаты. Давай, воспламенитель. Воспламенителем постреляем. А, обжегся. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое-то? Перепрыгнул в этот раз удачно. Он тоже в лаву падает? Утратили контроль, отлично. Жизнь возьмем. С жабами буду разбираться при помощи гаечного ключа. Ё-моё, вот это их огромное количество тут. Интересно, кайфотрон на него будет действовать? Как думаешь? Давай попробуем кайфотрон ему кинуть. Посмотрим, что будет. Кайфотрончик! Е-е-е, он танцует, смотри, он танцует. А пока он танцует, его надо... Давай, Зуркон. И гранаты. Есть. Есть. Танцуй, танцуй, танцуй. Я промахиваюсь, две гранаты мимо пролетели уже. Все, гранаты кончились. Так, есть еще кайфатрон, Зуркон. Давай заново Зуркон. О, у него там такое пламя изрыгается. Yeah, перепрыгнули. Он в обратную сторону. Зуркон тоже прыгает, это хорошо. Он долго так будет, не? Бежим, бежим, бежим. Там патрики есть. Я хочу патрики забрать. У него металлическая жопа. Это меня напугало больше, чем он сам. Я бегу, бегу. О, еще патрики, отлично. Стреляем, стреляем и бежим. Не останавливаемся. 44 хп. 41 уже у него. Так. Зуркон? Нет, Зуркона нету. Зато есть хищник. Хищник. Бух. Все, хищник кончился. Давай тогда барабан. Меня обожгли. Так, барабан сейчас его немножечко полупит. О, гранаты есть. Отлично. Ой, ой-ой-ой, бежим, 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 бежим. Здоровье надо, здоровье, срочно здоровье. Есть где-нибудь здоровье? Вон здоровье, вижу. Блин, они хотят его умным сделать. Мне это не очень нравится. Ребята, у меня патриков совсем нема. Зуркон есть? Так, тихо-тихо-тихо, вставай, 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 вставай. Да блин, вставай ты. Черт, капец, меня просто заживали, он не мог встать. 100% опять по новой все. Ну, ё-моё. Так-так-так, смотри, что я творю. Я его тоже огнеметом зафигачиваю. Все, он убежал. Короче, они мозговой имплант ему сейчас втыкает снова. И сейчас мне будет хана, походу. Снова эти жуки повылазили. Так, у меня огнемет, если что, я никого не боюсь. Пойду подожгу вот этих здоровяков. Черт, 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 черт. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не подходить ко мне. Не подходить. Жабы откуда-то из лавы выпрыгивают. Очень опасно. Так, пупсик. Как насчет поджарить тебя? Ой-ой-ой, что он что-то делает? Я не понимаю, что? Патроны кончились. Зуркон. Теперь танцевать. Давай, танцульки, танцульки, танцульки. И теперь... Ой, меня нормально так шандарахнул. Хищник. Хищник, давай, заряжай.
15% осталось у него, 9. А он танцует, это хорошо. Так, еще танцы, 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 танцы. И, наверное, Зуркон исчез заново. О, новый Зуркон, новый уровень, точнее. И воспламенитель, давай. Все, я его уложил. Наконец-то. Хе-хе, ученый упал, отлично. Сейчас я с ним разберусь. Даю, только не убивай. Говори, что тебе... Сейчас. Говори, что тебе известно о планах Дрэка. Спасибо. Вот да, то, что он сказал. Я могу дать тебе этого инфобота. Пригляди за ним, приятель. Я пока передохну. Он свалил, блин. Приветствую, имбецилы. Если вы видите это сообщение, значит, вам выпала честь испытать мое новейшее изобретение. Резкий ранит тиска! Последний! На первом этапе были выявлены мелкие недочеты, однако могу заявить, что я все их устранил. С реактивным ранцем XK81 вы взмоете в небо, и это даст вам преимущество над дураками, что ползают по земле. Ранец XK81. Получите свой на нашей базе на Гарфаре. Доктор Нефариус не несет ответственности в случае вашей смерти, расчленения или нанесения серьезного ущерба нервной системе. Ха! Прикольный мелкий шрифт, который да, нужно всегда читать. Рэтчет. Мы победили Кривозуба и выяснили, что замышляет Драк. Да? Но ведь это невероятно! Капитан! Понятно, что ты хотел нас просто тут убить. Мы раскрыли твой секрет. Давай посмотрим карту. Все ли мы тут сделали? А, вот еще проходик есть. Нам, в принципе, туда надо бежать. Скорее всего, мы выйдем с другой стороны к нашему кораблю. Наверное. Надеюсь. Либо там нас будет ждать что-то интересненькое. Погнали. Надеюсь, мы всех бларгов уже убили, и никто тут не вылезет. Сколько галакарточек, сколько коробочек, болтиков. Галакарточку забираем. Это комплект. Отлично, надо посмотреть, что там у нас. Открывайся. Ух ты. Ну все. Ой, тут еще вот есть. Давай так вот сделаем. По-быстрому. А, это корабль, слушай, мы сейчас куда-то... Куда это мы? Эй, а рейнджерам бы пригодилась пара реактивных ранцев. Может, нам стоит сгонять на Гаспар? Я всегда о нем мечтал. Добудьте его, и Ларис сможет изготовить копии. Поручаю вам выполнение этого вовсе не опасного задания по добыче реактивного ранца. Капитан Кварк хочет летать, как птица. Теперь мы еще и ранец для капитана сделаем. И он говорит, что это не опасное задание, но я думаю, что оно чертовски опасное будет. Посмотрим, смогу ли я купить новый ствол. Неплохо, сколько у меня болтов? Лучше... Маловато у меня пока что болтов. Значит, продолжаем улучшать хищник. Или я его уже улучшил до конца? Нет, можно улучшить. Чуть-чуть мне не хватило. Два кристаллика, чтобы открыть секретное улучшение. Так, ну что ж, погнали. Погнали отсюда. На другие планеты. Выберем планету. Появилось две планеты. Рилгар. А, мы там были. В Рилгаре. И Гаспар. Угу. Остальные планеты у нас зачищены. Давай в Рилгар тогда вернемся. И доделаем наше задание. Рилгар. Итак, где мы что тут не открыли? Гоночная трасса. А, завоевать серебряный кубок и соберите все гроб Голокарты. У меня, по-моему, до сих пор одна карточка гроба. Ну да, вот мы ее тут видим. Ну, получается, у меня до сих пор одна карточка. У меня есть 11 дубликатов. Я предлагаю их обменять. Теперь нам нужно выбрать, что мы хотим обменять. Вот, 5 карточек на Валис, Керван, Рилгар. А где оружие? Хочу оружие. Хочу гроб получить. Короче, гроба здесь нет, давай мультиключ получим. Теперь у тебя полный комплект. Круто. Количество урона, наносимого мультиключом, увеличено на 100. Давай еще что-нибудь обменяем, например, пушка-искатель. У меня ее, по-моему, нету до сих пор еще. Воспламенитель давай качнем. Обменять. Хочу обменять на воспламенитель. Ты собрал полный комплект. Делай доступным для покупки в режиме испытаний магмастрел в модификации Омега. Все, больше у меня карточек нету, поэтому мы, пожалуй, еще разок прокатимся и попробуем завоевать серебряный кубок. Ты готов?
нравится. Ну что, погнали. Let's go. Я буду первым. Черт. Очень много подрывных коробок появилось. Хорошо, что я золото не выбрал. Иначе я бы тут подорвался точно. Их бы еще больше было бы, этих коробок. Стрелять я не могу. Так, я не дам тебя меня обогнать. Опа. Черт. Капец. Очень сложно. Четвертая позиция у меня пока. Проигрываем. Кланк, мы проигрываем. Есть. Ускорение есть. Но все равно я пока на четвертой позиции. Отлично. Третья позиция уже лучше. Черт, упал. Упал. Нет, только не туда. Пятая позиция. И кто-то там получил травму, нам сказали. Блин, да опять упал. Да что ты будешь делать-то? Прикинь, каким-то макаром я умудрился обогнать практически всех. Еще один впереди где-то едет. Вот он, наверное. Это он. Сейчас вот здесь вот ускоримся. Я вертушку еще успел сделать. Прикинь, я первый. О-о-о, красиво. Я сам не понял, как я это сделал, но я как-то вырвался вперед. Вертушка. Еще по красоте. Первый, прикинь. Ю-ху. Ух ты, вот это круто. Забирай свой приз, заслужил. А какой приз? Что там мне дадут? Мы прошли квалификацию на золотой кубок. Так и тянет попробовать. Ну, давай попробуем золотой. Почему бы нет? Приготовиться на старт. Внимание, марш! Я буду первым, наверное. И они погнали. А пока я расскажу вам о сегодняшних участниках. Гриффуандр соревнуется на модифицированном Орион С-12. Нифига себе, у них модифицированные штуки всякие. Так, коробки надо объезжать, объезжать коробки. Золотые болты не тратишь. Надо помогать экономике. Золотые болты? О чем это вы? Это может плохо кончиться. Притормозил чутка. Потому что она говорит правду. Кувырочек. Здорово! Это пломба, не промо. Кажется, я приучился, как все делать тут, как вертушки крутить. Ой, опарасата, зря я это сказал. Пока что у нас третья позиция с тобой. Но ничего. Скоро будет первая, четвертая позиция. Черт, 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 черт! Прямо в эти бомбы. Ускорение. Ю-ху-ху-ху-ху-ху. Нет, только не сюда. Конечно, теряем. Я все просрал. Все на свете. Четвертое место. Врубаем нитро. Так. Эх, не допрыгнул. Давай, 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 давай. Да. Второе место. Успеем. Первое место очень хорошо. Сзади нас кто-то едет, прям вдыхло дышит. Черт, не получилось это кольцо собрать. Главное не подорваться. Главное не лохануться. Есть. Отлично, мы первые. Хо-хо-хо. Золотой кубок у нас в кармане. Ничего себе, ты просто супер. Пора в профессиональный спорт. О, гала-карточку какую-то дали. Давай посмотрим, что дали. Гроб 2. Осталась, получается, еще одна карточка. Надо возвращаться на корабль. Можешь купить пикселизатор. Ничего себе. Ну, купим сейчас. Пришло время купить пикселизатор. Покупаем. Держи свой пикселизатор. Пазивочки. Надо ее будет опробовать на ком-нибудь. Я даже знаю где. Летим на еще одну планету. На этой планете есть возможность использовать наши крутые башмаки. О! Так, пикселизатор. Давай опробуем на них. Ребят. Смотри, как прикольно.
Они запикселились. И все, и скачегрижились сразу же. Забавно. Огонь, она поражает сразу всех. Очень классно. Очень шикарно. Интересно, сколько патронов у нее? Надо посмотреть, сколько патронов. А, еще 21 в запасе. Это хорошо. О, какой здоровый. Как же круто эта штука работает. А, он еще жив был, смотри. Я просто подошел и пиксели ударил, тогда он скачегрижился. То есть не с первого раза иногда бывает убивает эта пушка, если слишком мощный противник. Ну вот, собственно, мы и нашли. Нашли то место, где нужны наши грави-ботиночки. Давай попробуем. Вот так вот. Есть! Мы забрались сюда, и что у нас тут ждет? Есть какие-нибудь плюшки? Приколюшки? Нет, здесь ничего нету. Коробочки только. Ну и платформа, которая нас куда-то отвезет. А, блин, она закрыта? В смысле закрыта? Можно активировать как-то? Этот болт будет неактивным до тех пор, пока Рэтчет не найдет ускоритель. О, ускоритель где-то найти надо. А где мне его найти? В общем, я думаю, что мы тогда закруглимся здесь. Пиши в комментариях, если ты играл в эту игру, прошел ее или, может быть, смотрел, где мне достать ускоритель для этого болта и где мне достать последнюю галокарточку гроба. Ну а на сегодня это все. Не забудь поставить свой царский лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видосике.